Это Криспин Вейланд. Он нам помогает. Здорово. Открыли охоту на Смешера? Готов. О дороге поговорим. Поехали. Удачи. Чем тебе там помог Уэйланд? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. Для тебя подарочек. А ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Ты же знаешь, Джонни говорит в основном о себе. Ну да. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Что ж, потом обсудим. Наверное. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет? Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. Ладно, давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Прикрывай её на всякий случай. Выжди немного, иди за мной. Главный склад Мальстрёма. Терминал там. Надо проверить, может, найдем что-то.
Она психует. Есть идея. Прикрывай ее на всякий случай. Выжди немного и иди за мной. Теперь осторожнее. Видишь их? Надо по-тихому подобраться к терминалу. Тебя чуть не поймали. Не вылезай. Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она... Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Рот на замок. Видишь, кто там? Сейчас на главный склад Мальстрёма. Терминал там. Надо проверить. Может, найдем что-то просто. Вот и он. Выглядит не очень. Внутри будет еще. Идем. Слушай, это было круто. Не верится, что... Нужно обыскать дом. Окей. Зачем ты вообще согласилась? Хочу свести счеты. Отомстить за Джонни? Хороший был бой. А тебя все-таки есть пульс. Этот говноед полит меня из моего пистолета. Вариант 35-16.
сам. Да я бы этот звук за километр. Вы не выйдете, откуда же вы? Вот это я одобряю. Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Знаешь, я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтоб ты еще мог говорить. Какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в херню сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Бесполезный кусок говна. Позволь мне закончить, Ви. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд, а что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай его. И давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере, на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. В кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Ага. Что они бросили тело Джонни на свалку, как мусор.
Смешер. Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Когда мы... Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Отлично. Я, кажется, знаю, что это. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись, даже разрешу тебе вести. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бедную жопу. Не думал, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно.
Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Амбициозный план реструктуризации. Постепенная замена служащих дронами. $5 за минуту для звонящих на горячую линию. Тесное сотрудничество. Ладно, я понял. Мне не рады. Себя защищенными, купите страховой пакет Ахуда от Arasaki. Воспользуйтесь предложением. Только уже недалеко. Всего $100,000 за год. Ваша безопасность стоит больше. Будьте умнее, дорогие друзья, и не станете беднее. С вами была программа «Ваше дело – это мое дело». До новых... Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Ну, меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыпают? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Давай поговорим. Ебанутый террорист и сволочь. Жестоко. Но я бы сразу зауважал чувака, который тут лежит. Ты просто себе жалеешь. Нет. У меня как будто глаза открылись. Слушай. Я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Ты не обязан исповедоваться передо мной во всех грехах. Я знаю, но, может, мне хочется. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Чувствуешь, что задыхаешься? Нет.
Не скажу, что стало лучше, просто по-другому. Иногда, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я вернулся. Как это вернулся? Ну, что тело теперь мое насовсем, что я свободен. Но через секунду накатывает чувство утраты, будто я потерял что-то важное. Потом я понимаю, что ты здесь, никуда не исчезал, и сразу чувствую какое-то глупое облегчение. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Да ладно, ты уже начал. Это правда. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да, я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Точно.
Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Нортоуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся. Ты решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, бестия, ты готова? Опять ты. Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Я всего лишь шофер. Он у тебя на коротком поводке. Ты умен не по годам. Это Порше Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейс? Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель – твое любимое место? Когда-то. Я давно туда не ездил. Автокинотеатры вышли из моды лет 100 назад. Но серебряный пиксель еще как-то держит. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Арасаки. Ладно, Ви, скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Вести. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом. Определенно ты на него хорошо Быстро же время летит. Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание? Будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю.
Ага, это должен быть пароль. Кажется, мы и правда идем в кино. Шалала. Готово, идем. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Сейчас все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. О, интересно. Ага, кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим. В последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну тогда Бушидо подходит. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Я заняла лучшие места. Залезай. Представляла себе это свидание. Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты. Я заманил тебя в кино, чтобы потрахаться. Не, ну технически это возможно. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог? Неважно что. Сделал бы все, чтобы не потерять тебя. Джонни, Эд. Эй, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы... Ты как будто мне что-то не договариваешь. Джонни, зайка, я очень многого не договариваю. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь.
Джонни, я не могу. Это нечестно. Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Бестия! Блять. Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. Да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала из-за чего. Может, дело в тебе? Ты просто стал неинтересен? Нет, дело точно не во мне. Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то чтобы странно, он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Нортоук. А как это тебе поможет с бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какой-то говно в конфетной обертке.